совсем удобнее. И одному, и другому. Да. Что ж, поехали. Итак, первый начинается раунд. Поединок. Александр занимает центр октагона, начинает прощупывать дистанцию. О, хороший боковой от Булойчика, добавляет хайкик, но нога по воздуху. Лоу-кик от Бакуна. И тут мощный же ответ от Артема Булойчика. Да. Возможно, немного некомфортно чувствует себя Бакун с таким же левшой, потому что найти спарринг-партнеров очень левшей довольно тяжело. Да. Ну, мощный лоу-кик от Булойчика, отбивает переднюю ногу. Сейчас оба бойца промахиваются такими пушками, так сказать. Ну, Артем... Разведки особо не потребовалось бойцам. Да, занял центр. Вкладывался очень много. О, хороший был лоу-кик. И нога в голову. И тут же контратака от Бакуна. Да. Ну, я думаю, здесь будет характерный бой, они будут драться. Нету драться разведки. Будет до конца, возможно, и борьбу мы увидим, но пока что бойцы... Возможно, кстати, оба борца... Пытаются почувствовать себя в стоечке, опять определить лоу-кик. Преимущество. Уже центр октагона за Булойчиком, Бакун заходит за переднюю ногу. У них меняется, вот видишь, они меняют, то один в центре, то другой и работают, то один первым номером, то второй, то есть у них такая... Меняется положение, вот. Хайкик и одноименный боковой правый. Пока немного в стойке успешнее было. Очень много лоу-киков пробивают бойцы. Ну и летят они все в область колена, поэтому на самом деле, возможно, где-то и травмы. Я думаю, очень неприятно. Уже покраснение небольшое есть на передней ноге Бакуна. Поджимается к сетке. А, суетится. Мне кажется, Бакун очень так суетно. Да, Булойчик расслаблен, но при этом все контролирует. Ждет. Я думаю, опыт чего-то сказывается. Ждет. Да, опытный боец, хладнокровно работает. Вот левый прямой. Да, много суеты от Бакуна. Ой, есть, хорошее есть. Попадание. Попал. Нокдаун. Вот, кстати, я считаю, что Бакун, он сам имеет базу грэпплинга. Я считаю, что Артем, возможно, зря туда полез. Положение гард. Есть гард. Развернут головой к сетке. Я считаю, Бакун. Что Артему следовало, у него есть преимущество в стойке, я считаю, что ему нужно было поднимать Бакуна и развивать свое преимущество там, потому что Бакун в партере имеет свои шансы, вот там какая-то запутанная ситуация сейчас. Пытается, возможно, найти армбар Александр Бакун, но пока безуспешно. Скорее всего, сейчас восстановит положение гард. Булойчику надо выправлять Артем. Засанку. О, вот, мощный хаммерфист. Апкик тоже там пришелся. Бакун. Ой, вот эти вот, вот был даже звук. Я слышал, что голень в голень очень попало. Интересно. Сейчас бойца поднимут 10 стойку. 10 секунд и концовка раунда. И опять поединок, скорее всего, вот уже переходит у нас во второй раунд. Да, очень быстрых финишей нету. Ни капли. Белорусский Федор Емельяненко. Да, белорусский Федор. Камень, белорусский камень. Промахивается лоу-киком Бакун. Но ногами лучше работать через удары руками. Просто вот такие вот одиночные. Выкидывает без подготовки удары. Лишние затраты энергии каких-то результатов они не приносят. Артем поджимает. Вот, лоу-кики он красный. Отвлекает, отвлекает ударом руки и мощно пробивает прямо в колено. Middle kick. Не самое активное начало. Очень, очень много лукиков. Есть покраснение с двух сторон. Причем сильно. Возможно, скоро Бакуну придется поменять стойку. Я думаю, стойку. Эти удары скажутся. Я думаю, очень возможно. На подвижности 100%. Я думаю, что, возможно, такие удары могут привести даже и к техническому нокауту. Накопительный эффект, он может дать свои плоды. Поджимает Булойчик, возможно, готовит. Ждет. Я думаю, серию, что да. Ждет. Выцеливает. Я думаю, что он хочет просто... Вот заряжает одиночные сильные удары. Вот о, подсел немного Александр. Чувствует эти удары по ноге. О, хорошее сам попадание бросился в ноги. И тут же оказался в не самом лучшем положении для себя. Ой-ой-ой-ой! Запрещенный удар! Да. Флешбеки. Петр Янул, Джамай Стерлинг. Ну, как видим, Александр. Посмотрим. В принципе, чувствует себя нормально, поднялся. Готов продолжать бой. Достойное уважение. Сейчас такой поступок, снимут балл у Артема. Потому что удар да, был жесткий. Снимают балл Артема. Я считаю, что для Артема это подарок. Бакун на самом деле
Видно, что хочет биться. Это достойно, потому что он мог бы просто отказаться от боя и тем самым одержать победу. Извиняется Булочек. Извиняется Булочек, да. Бой продолжается. Ну, понятно, что для нас. Не специально так попал. Правила, в принципе, все знают. Но... Да. Ребята не молодые. Артем. Вот это, кстати, ошибка для Артема. Он довольно опытный боец. Между прочим, не знаю, ситуация такая. Ну, возможно, слишком яркое желание сильно финишировать поединок и немножечко ошибся, но бывает. Да, опять мощные лоу-кики. Ну, заметь, бойцы работают таким больше одиночными ударами, да, затяжных каких-то комбинаций. Нету комбинации, нет. Они ждут одиночные мощный удары. Мощный чеп от Булочика. Вот опять пытается перевести Бакун в ноги, Бакун, да. Ныряет. Булочик хорошо стоит на ногах, сейчас забирает положение и оказывается сверху. Локтей нету, но отсюда можно хорошо работать руками, хаммерфистами. Нехорошее положение у Бакуна. Для Бакуна надо что-то, менять. Надо разворачиваться, вставать на четвереньки, вставать от сетки. Потому что в таком положении он, конечно, ни прием не сможет искать и будет только получать урон. И до раунда, до конца раунда остается чуть более 20 секунд. 20 секунд надо продержаться. Да. Возможно, раунд перейдет в третий раунд. Дает подняться Булочек своему сопернику. Ну, наверное, довольно тяжело встает Александр Бакун. Да, 10 секунд до конца раунда. Бой переходит. Попадание навстречу. Я думаю, что бой Булочек перейдет в третий раунд. Стоп, время! Бой! И начинается заключительный третий раунд. Тяжело дышит Бакун, по моему мнению. Смотрим. Ну, мне кажется, Булочеку надо вот так же тактически спокойно забирать раунд. Тогда у него будет явное преимущество, можно забрать победу решением, лучше не рисковать. Да, он забирает бой, я считаю, что где-то лучше отдвигаться, но Булочек может и рисковать. Я думаю, что на фоне усталости Бакун может, тем более был удар, опять же повторюсь, коленом. Вот, опять проходы, вот все проходы Бакуна, они заканчиваются тем, что Артем оказывается в положении сверху. И я считаю, что... Неплохая защита у Артема. Ну, Артем бы... Повторюсь, базовый борец греко-римского стиля. Они очень хорошо стоят на ногах, как бы поэтому. Но бросков, кстати, эффектных мы сегодня не видим. Есть попадание. Глухая защита Бакун. От Бакуна. Я считаю, что сейчас остановит. Пассивная защита. Победа Артема Булочика техническим нокаутом. В третьем раунде. Итак, уважаемые дамы и господа, в этом поединке на первой минуте третьего раунда техническим нокаутом победу одержал Артем Камень Булочек! Хороший конкурентный бой, опытный бойцов. Идем.